Дорогие друзья, дорогие партнеры, приветствую вас и предлагаю рассмотреть в этом видео, как правильно размещать новых партнеров в структуре. Потому что часто возникает вопрос, а куда, налево или направо, а куда первого, куда второго, а куда третьего, с какого момента открывать третью ветку и так далее. Правда? Поэтому давайте мы с вами вместе разберемся, и я передам вам некоторые знания, которые я получила от наших вышестоящих бизнес-наставников. Итак, представим, что вот здесь у нас разместился новый партнер. Да? Вопрос. Когда от него приходит лично приглашенный? Куда мы его должны поставить? Здесь есть такое негласное правило в структуре Нины Семеновны Шашуковой и Евгении Новиковой, что всех новых партнеров мы ставим налево. То есть у каждого открывается два аккаунта, да, под ним открыты две такие ножки, как серые кружочки с галстуком. Это свободные места для того, чтобы разместить туда новые аккаунты. Итак, мы выбираем левую сторону и помещаем туда нового партнера. Теперь следующий вопрос. Да, здесь циферка 1. Приходит второй партнер. Что мы делаем с ним? Куда мы его размещаем? Есть, значит, следующее правило, которое я хотела бы до вас донести. Согласно маркетинг-плану, бонусы начинают начисляться с того момента, когда у нас есть один партнер слева и один справа. Правда? Вы знаете это все, да? И поэтому здесь очень часто так и происходит, что второго партнера мы регистрируем во вторую ногу, чтобы не пропустить выплату бонусов. Но здесь следующая рекомендация. Смотрите. О каких бонусах идет речь? Значит, если говорить о групповом бонусе, то он накапливается. Независимо от того, есть ли у вас справа второй партнер или нет, групповой бонус, то есть все, что будет здесь, например, происходить под первым партнером, допустим, он появился очень активный, лидер, и сразу завел несколько своих человек, построил здесь команду там, и так далее, да, у него здесь побежал рост, то это все групповой бонус, который будет для вас в левой ноге накапливаться. И вы не теряете никаких выплат, если у вас справа еще никого нету. Это важно понимать. То есть на групповой это в принципе не влияет. На что же влияет расположение второго партнера, второго лично приглашенного в вашей второй ноге? Это влияет на структурный бонус и на лидерский. Для начала лидерский пока также не имеет такого большого значения, если здесь еще мало партнеров, и если у ваших лично приглашенных еще нет группового бонуса, то пока лидерский тоже не берем во внимание. Но есть структурный бонус, который уже достаточно приятен, даже с первых закупок, вторичных закупок ваших лично приглашенных, да, уже вы получаете ваши проценты. Итак, чтобы их не потерять, то обратите внимание на следующий момент. Если вы знаете, что, например, конец месяца, и с 1 по 5 число следующего месяца будет выплачиваться структурный бонус, то есть мы будем делать активность, вся ваша структура будет делать активность, соответственно, вы получите структурный бонус. Поэтому, чтобы его не упустить, мы предположим, что у вас здесь уже пошел рост, да, к примеру, 15 июня вы зарегистрировали первого человека, у него пошел рост, это его лично приглашенный, это пошла уже структура от него и так далее. Да? Ой, как-то нарисовалось. Так. И так далее. Пошел здесь рост. То есть, соответственно, вся эта ваша структура сделает закупку, и вам положены от 5 до 10%. Если вы на аккаунте 3000, то вы получаете сразу 10% с вторичного оборота вот этой структуры. Если вы находитесь на аккаунте 200-1800, то вам положены 5%. Как бы то ни было, это деньги. И можно, принимая во внимание дату, если
у нас здесь уже подходит конец месяца, и мы знаем, что с июля, с 1, да, эта вся ваша структура сделает закупки. Например, это 5 человек, и каждый сделает по 200, по 300 PV закупки. Это будет 1000 или больше PV. То есть ваши 10% это уже 100 евро и выше. Это приятный бонус. И, конечно, если на этот момент у вас во второй ноге нету лично приглашенного партнера, то этот структурный бонус вам не начисляется, и он нигде не накапливается. Именно поэтому подумайте о том, во вторую ногу вы можете, например, поставить себя еще раз на маленький пакет 200, да, или же кого-то из вашей семьи, кто может быть, ну, пока еще не активно включается. То есть это на ваше усмотрение. Но почему я объясняю вам такую логику? Если вы планируете именно создавать сильную команду, если вы приглашаете людей и собираетесь ставить им цели по достижению следующих квалификаций, то есть рекомендация ставить минимум 4 партнеров ваших лично приглашенных в одну ногу. Итак, давайте мы представим. Вот это ваш первый лично приглашенный, да? И здесь, даже пока вы регистрировали второго, у него уже прошла работа, как мы это уже нарисовали. Мы тогда ставим второго лично приглашенного вот сюда. Третьего. Ой, нужно научиться рисовать. Так, третьего лично приглашенного вы ставите сюда. Четвертого вы размещаете сюда. Итак. В этом есть очень стратегический смысл, который нам объясняла Евгения Новикова, находясь в Германии и проводя тренинги. Если кто-то помнит, то хорошо, но повторение – мать учения. Почему как минимум 4 партнера необходимо разместить вот таким образом? То есть это фундамент и залог для вашей следующей квалификации. Если вы здесь стоите на статусе 3000 и квалификация, это называется управляющий директор, да, управляющий директор, то следующая ваша цель, соответственно, следующая ступенечка, это корпоративный директор. Это должно быть четко в вашем понимании, потому что на квалификации корпоративный директор вообще основан весь наш маркетинг-план. А для этого мы создадим или отдельный вебинар, или я запишу отдельное видео, чтобы вы понимали, почему важна квалификация корпоративный директор. Но что она собой подразумевает? Откройте все наш маркетинг-план на разделе «Групповой бонус», и вы увидите, что необходимо для этой квалификации. Итак, необходимо 4 даймонда на первой линии, да, то есть 4 лично приглашенных по 3000, правильно? И вот они у нас с вами здесь есть, вот мы их начертили, 1, 2, 3, 4. Ну, предположим, кто-то из них здесь не сразу зашел на пакет 3000, зашел на более маленький, но в потенциале он уже правильно здесь размещен и сделает в будущем поднятие статуса. Или вы просто подстраховываясь, размещаете сюда 5-го лично приглашенного, который будет даймонд. А еще лучше в идеале 6-го лично приглашенного. И сейчас я объясню также, почему эта цифра 6. То, как нам объясняла Евгения Новикова. Итак, что необходимо для квалификации корпоративный директор? 4 лично приглашенных на 3000 и групповой оборот 25 тысяч PV. Все найдите, пожалуйста, этот раздел «Групповой бонус» в маркетинг-плане. И там в табличке расписаны все требования для каждой квалификации. Итак, вот эта цель, когда вы только ставите человека вот сюда, он начинает работу, но мы ему уже правильно закладываем фундамент. Итак, что такое групповой оборот в 25 тысяч? Это весь оборот, который будет проходить здесь, в этой ветке,
Да? И если, например, под шестым вашим лично приглашенным в одном месяце проходит оборот в 25 тысяч, соответственно, все, кто стоят над ним, также закрывают квалификацию корпоративный директор. Понимаете? Одним и тем же оборотом это у них получается. Конечно, при условии, что каждый из них имеет еще своих четверых лично приглашенных. Каким образом? Регистрируя человека и размещая сюда, в эту левую ногу, первого, второго, третьего, вы объясняете им, чтобы они вас дублицировали и ставили всех их лично приглашенных также в левую ногу. То есть, вот мы видели уже, первый партнер так и сделал. Три человека сюда. Один, два, три. И, например, четвертого он может поставить сюда в самый низ. Да? Или мы можем просто дорисовать, места здесь не так много. Второй партнер начинает регистрацию своих личников и ставит их туда, как мы иногда шуточно говорим, баварской колбаской, ставим вниз. То же самое делает третий, четвертый и так далее. Таким образом, все дружно в этой колбаске, в этой ветке формируют товарооборот, помогая друг другу. То есть, каждые как минимум 4 новых партнера идут вниз в эту ветку. Таким образом, вот этот групповой товарооборот, он будет складываться из общего товарооборота всех партнеров, которые здесь строятся, выстраиваются в одну линию. Понимаете? Если бы, например, я вот начерчу здесь для сравнения, чтобы, может быть, так будет понятнее. А если вы поставили, например, одного партнера сюда, вот, да, и поставили ему первого личника сюда, второго личника сюда, третьего сюда, четвертого сюда, и они начали строиться, точнее, вот этот было правильно бы начертить сюда, так как каждый следующий строится влево, хоть во внутренней, хоть во внешней ветке, то есть первый, второй, третий, четвертый, лично приглашенный, то смотрите, что получается. Для того, чтобы номер один закрыл квалификацию корпоративный директор, ему также необходимо, чтобы под ним, то есть все, что под ним, прошел товарооборот групповой в 25 тысяч. В 25 тысяч, да? Это требование. Ну, соответственно, 4 лично приглашенных даймонда у него должны быть. Но я сейчас вам объясняю саму логику построения. То есть, чтобы третий человек закрыл квалификацию корпоративный директор, ему также здесь нужно выстроить свои 25 тысяч. Понимаете? То есть, это работа, которую вы, естественно, ведете вместе с вашими партнерами. И в левой ноге, и в правой вам нужно два раза по 25 тысяч. А когда мы выстраиваем так, как я нарисовала изначально здесь, первый под второго, второй под, третий под второго, четвертый под третьего, и все вместе, все дружно скидывают по спилловеру, да, английское слово, или по переливу их партнеров вниз, то получается, что, и многие уже из вас знают это, многие уже делали так и закрывали квалификации, особенно когда у нас были промоушены на круиз или маркетинг, была возможность закрыть корпоративного директора по маркетингу, помните, то вы именно это и делали. То есть вы ставили всех партнеров вниз, и когда нижний партнер вот под шестым, например, или даже хотя бы под четвертым, начиная вот отсюда, под ним прошел товарооборот в 25 тысяч, вот здесь 25 тысяч, но это общими усилиями. Это не только команда, которую выстроил четвертый и его лично приглашенные, а также все, кто к нему попал по переливу сверху. То есть от первого, от второго, от третьего партнера. Так как они все дружно дублицировали вас и ставили всех в левую ногу, своих первых четверых лично приглашенных, то, соответственно, внизу образовался вот этот товарооборот. И
Таким образом, одним ударом здесь становятся корпоративными директорами вся цепочка ваших лично приглашенных. И вот это наша цель. Так как следующая ступень маркетинг-плана – это национальный директор. Национальный директор. Что это означает для вас? Это, помогайте мне, это два корпоративных директора на первом вашем уровне. Два корпоративных, вы помните? И также смотрите в таблицу групповой бонус в маркетинг-плане. И 50 тысяч, да? 50 тысяч PV, буду без нулей, вот так напишу, 50 тысяч в малой ноге. Конечно, пока мы работаем над построением этой ноги, это у нас большая нога. И мы смотрим долгосрочно, и групповой бонус мы пока здесь большой не получаем, так как он аккумулируется и пока не выплачивается. Но когда у вас здесь побежала динамика, и вы поставили хотя бы ваших первых четверых сюда, научили их делать то же самое, то здесь пошло динамическое развитие. Вы переходите на вашу вторую ногу, и здесь строите то же самое. Если вы построили это один раз, значит, вы можете повторить это еще раз. Таким образом, вы начинаете делать здесь то же самое. Лично приглашенный. Влево, да, помним, ставим всех по умолчанию. Лично приглашенный. Лично приглашенный. И еще, например, лично приглашенный. И вы им объясняете то же самое. Они ставят своих партнеров сюда, вниз. И этот ставит своего партнера вот сюда, вниз. И побежала та же самая история. Что получается? Каждый раз, то есть здесь у вас определенный объем накоплен, там будут уже несколько тысяч, да? Как только у вас в этой малой ноге проходит оборот 1000 PV, то при условии вы стоите на пакете 1800 или 3000, 30% ваше, значит ваши 300 евро. Если говорить в европейских ценах, 1 PV в данном случае будет равен 1 евро при выплате. Итак, получается, что эта нога побежала, у вас там сохраненный запас, который, во-первых, вам сейчас начинает приносить деньги по групповому бонусу. Во-вторых, это запас, который вам необходим для вашей следующей квалификации национальный директор. Потому что для того, чтобы 50 тысяч могли пройти в малой ноге, в этом случае здесь, да, чтобы они могли пройти, чтобы их было с чего-то списать, они должны быть уже накоплены в большой ноге. Поэтому левая нога, и этот большой-большой запас – это мощный фундамент, который вам необходим. И таким образом вы делаете здесь, помогаете вашим партнерам здесь быстрее добраться до следующей планки корпоративный директор. Да? Они начинают вас дублицировать, потом открывают здесь себе вторые ножки, начинают их развивать по такому же принципу, всех вот сюда налево. Налево, так, и вы застраиваете себе фундамент. Перешли на вторую ногу, повторили, выстроили здесь, то же самое объяснили. Все стремятся закрывать следующую ступень корпоративного директора. Для вас это означает 50 тысяч объем, и корпоративные директора на первом уровне вашем уже обеспечены, как минимум даже из этой ветки. Ну, конечно, они будут и во второй ветке, при правильном построении. И вы получаете здесь 50 тысяч объем. И я вас поздравляю, за один месяц вы становитесь национальным директором. Вот и все. На самом деле эта логика проста, не пугайтесь. Главное, что объяснять вашим новеньким партнерам для начала, не углубляясь в детали, для самого начала, что первый партнер ставится налево и первые 4-6 партнеров ставятся друг за дружкой. Не нужно гнаться за вот этим групповым бонусом. Одного налево, одного направо, опять одного налево, одного направо. И там по 30, по 50, по 100 евро вы получаете. Это не те деньги, ради которых мы здесь. И нужно думать долгосрочно, как предприниматель. Поэтому вот таким построением в первом варианте вы
Получается, экономите время и позволяете вашим партнерам достичь быстрее квалификации. Еще раз повторяю, для того, чтобы не упустить лидерский бонус, да, и структурный бонус, вы можете поставить один аккаунт направо для того, чтобы у вас был активный, лично приглашенный в каждой ветке. То есть это вы можете сделать, как я уже сказала, например, к концу месяца, перед тем, как наступает следующий месяц и будет необходимая активность. Если идет промоушен в середине месяца на вторичные цены, да, идет предложение по сниженным ценам на вторичные закупки, то, конечно, и вы знаете, что ваша сейчас структура вот здесь вот будет делать закупки, будет делать товарооборот, поэтому вы быстренько ставите себе сюда аккаунт, еще раз можно на свое же имя, на 200, и таким образом вы начинаете зарабатывать с одной ноги. Групповой сохраняется, а все остальные, стартовый, лидерский, структурный, вы начинаете зарабатывать с одной этой ноги, имея во второй ноге всего лишь один аккаунт. И в этом тоже огромное преимущество нашего маркетинг-плана. Поэтому в заключение еще вам один сильный аргумент. Когда вам кто-то говорит, а это бинар, я знаю, не хочу, там не зарабатываешь, ничего подобного. К нам это не относится, потому что наш маркетинг-план соединяет в себе бинарный и линейный маркетинг-план. И именно это яркий пример. Имея всего лишь один аккаунт в правой ноге, вы зарабатываете все остальные бонусы, кроме группового, с большой ноги. А групповой, да, он считается чисто по бинару, но он никуда не исчезает. Есть компании, которые работают чисто по бинарному маркетинг-плану. Там, да, если у них пошло развитие в одной ноге, и, конечно, они уделяют туда время, некогда развивать вторую, то эти люди просто ничего не зарабатывают, потому что маркетинг-план это не предусматривает. А у нас самый щедрый маркетинг-план. Поэтому будьте уверены, смело разговаривайте с сетевиками и правильно структурируйте ваш бизнес. Благодарю вас за внимание. Надеюсь, что вам эта информация была полезна. И можете оставить вашу обратную связь под этим видео. И с вашими вопросами, пожалуйста, к вашим спонсорам. Успехов и хороших товарооборотов. До следующей встречи!